Украинско-российскую границу будут охранять в усиленном режиме, чтобы в Украину не въезжали радикально настроенные провокаторы и не ввозили оружие. Об этом заявили сегодня в Госпогранслужбе. Кроме того, уже установили 3 блокпоста на границе Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Государственная граница под тщательным контролем, и отступать, несмотря на многочисленные провокации вооруженных отрядов, украинские пограничники не собираются. Незважаючи на страшний тиск, шантаж, підкуп озброєних людей, не допущено ні одного випадку захоплення зброї. Зброя знаходиться вся під нашим контролем. Державна прикордонна служба без супротиву не здасть кордон України в Криму. Ні одного кроку назад не буде зроблено нашими людьми. Кордон України буде захищений.